Ноль. Вообще ничего мы не заработали, мы только ушли в минус. Перчалов сейчас на волне. На самом деле, он вот неделю назад бы его снять, было бы там совсем бомба, да? Пришло голову Таня, нашей солистки, которая была главной героиней клипа. Пока, соответственно, он еще вот на волне популярности, давай, говорит, мы снимем про него клип. Вроде бы мы всегда в политику так не особо лезли, вот. Но с другой стороны, когда она через полчаса прислала мне текст, я понял, что текст прям мега позитивный, и сейчас там в нем ищут какой-то заказ, какой-то политический подтекст. Нет, мы рассказали о том, как он себя ведет, да, и что хотелось бы нам. И вот, пока ведь он нам ничего плохого не сделал. Пришла такая идея. Я говорю, все, Таня, даже без вопросов надо снимать. И жест преобразится сразу, в нем станет больше красоты. И засияет, словно сразу, все монументы и мосты. Сойдутся наши берега, и выйдет буй к своим причалам. Растает лед, сойдут снега, когда к тебе бежит причала. К сожалению, нам не удалось записать с музыкантами трек наш, да, там часть людей отсутствовала. Я говорю, все, давай писать под минус. В четверг мы записали минус, и в пятницу с утра мы снимали уже видеоряд. Мы, честно, хотели там больше, да, мы хотели, конечно, локаций больше, там, чтобы 5-6 всякие улицы, вот это все, ну, для того, чтобы узнаваемый жест был. И там дороги, безусловно, там не чищено. Но, честно, было очень ветрено. Таня уже начинала подмерзать. 2 часа на съемки, и потом день на монтаж. Решили в понедельник его с утра выкладывать. Это примерно так было. И похудеют депутаты, решают проблемы ЖКХ. И триатлоном заниматься в Ижевске станут все тогда. У монумента ранним утром народу бегает немало. Все потому, что в регион приехал временно причала. Мы реально не ожидали, что мы сейчас за сутки наберем там 30 тысяч просмотров. Ну реально, я думал 5 тысяч, думаю, класс вообще. Потом смотрю, этот счетчик растет, думаю, много спрашивают, платили нам, нет, не платили. Нет, не будем поднимать гонорары, все нормально, пока все четко, нас никуда не зовут, и смысл поднимать гонорары, мы ничего не сделали, пока вообще ничего абсолютно какого-то сверхъестественного. Вот. И все. Вокруг соседние регионы развиваются. Не все, конечно, но нам хочется стремиться выше.